Больше новостей, которые оказывают влияние на каждого из нас, на нашем сайте. Ссылка в описании к этому видео. Власти Китая отдали распоряжение государственным импортерам газа прекратить перепродажу сжиженного природного газа покупателям в Европе и Азии, чтобы обеспечить собственные поставки на зимний отопительный сезон. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Национальная комиссия по развитию и реформам, главный экономический орган страны, приказала оставить зимние грузы для внутреннего использования, сказали источники на условиях анонимности. Ранее сообщалось, что в то время как африканские лидеры стремятся получить миллионные доходы, которые принесут газовые сделки, они также называют внезапный интерес к своим ресурсам двойным стандартом, который усиливает эксплуатацию региона Западом. Лидеры африканских стран задаются вопросом, почему Африка должна отказаться от грязного топлива, тем самым ограничивая доступ сотен миллионов людей к электричеству, при том, что ее газ используется для поддержания света в Европе. Богатые страны неохотно финансируют трубопроводы и электростанции, которые облегчили бы использование газа в Африке из-за его выбросов, но не выполнили обещание помочь финансировать зеленые проекты, которые могли бы стать альтернативным источником энергии, говорилось в публикации агентства Bloomberg.